врачей, хореографов. Молодцы. Вот финальная табличка. Россия на первом месте 18-1, Беларусь на втором 17-85 и Болгария на третьем 17-7. Мы благодарим Анастасию Близнюк за ее комментарий. Спасибо, что вы уделили свое время. Я знаю, что вы приступили к тренировкам. И очень благодарна вам за грамотную экспертную оценку. Приходите к нам еще раз. Спасибо большое. Всего доброго вам. Вновь с нами многократная чемпионка мира и Европы Дарья Кондакова в качестве эксперта, который комментирует финалы в отдельных видах на этапе Кубка мира в Казани. Начинает финал в упражнении с булавами Ксения Мустафаева из Франции. Немножко об истории предмета. Булавы возникли, как говорят статьи известного историка художественной гимнастики Владимира Найпака, в так называемой сокольской гимнастике, которая была очень популярна в начале прошлого века. И прообразом булав были вымпелы. Честно говоря, не знаю, каким образом выглядели вымпелы, вероятно, у них была такая палочка, да, и со временем вот эта тканевая часть исчезла, осталась только вот эта часть, которая в современной художественной гимнастике называется булавами. Достойно выполнила свое упражнение Ксения, без видимых ошибок. Подождемся оценку. В этом финале также участвуют две наши гимнастки, Маргарита Мамон и Александра Солдатова, которые первые два финала с обручем и мячом выполнили великолепно. Получили золото и серебро дважды. Частенько выглядит предмет булавы как один, да, так легче с ним справляться. Ну, как составляют булавки вместе, и получается одна большая палочка. Это только недавно внесли, раньше так они не вставлялись, а сейчас так можно сделать и мастерство, и риск. То есть это правилами прописано? Да, сейчас есть такой элемент, и вставленные булавы можно и как в риске, как в мастерстве использовать, и в дорожках. А раньше они так не вставлялись, поэтому раньше мы такого не делали. Но это тоже сложно, так как булавы могут разлететься, если нехорошо держатся. Поэтому это тоже определенный риск. Общая оценка с линией Мустафаевой. Франция 17,65. Хорошее начало, да? Финала. Да, хорошая оценка. Обе ведущие гимнастки белорусской сборной Екатерина Галкина и Мелитина Станюта будут выполнять упражнения с булавами в этом финале.
чисто выполнен коронный поворот Мелитина. На каждом элементе гимнастка обязана выполнять технические движения предметом, так как без технического движения элемент не засчитывается. На каждом элементе разная работа должна обязательно отслеживаться. Ошибка на дорожке, потеря. И дорожка не засчитывается, и за потерю снимают. После потери шикарный поворот, затяжка. Опять какой паники, да, была гимнастка. Разлетелись головы в разные стороны. Возможно, ошибка в конце упражнения 7 десятых, к сожалению. Какая бы ошибка ни была. Но, думаю, это знак, что нужно поработать и к чемпионату мира исправить ошибки, и чтобы их не повторять. Да, совсем немножко осталось времени до чемпионата мира, каких-то пару недель. Вообще сезон был очень насыщенный. 4 этапа гран-при, 7 этапов Кубка мира. Но, собственно, этапы гран-при еще и не закончены. После чемпионата мира будет финал в Брно. Финал сезон плавно заканчивается где-то в ноябре месяце, хотя там уже надо приступать к созданию новых композиций, да, шедевров, уже с прицелом на Олимпиаду. Ну что, Мелитина, расстроена девушка. И не первый раз за сегодняшний день. Получает Мелитина Станюта. Мы с вами ожидаем Маргариту. Пожелаем Рите удачи. Посмотрим замечательную упражнение под Single Ladies.
одном дыхании. Не люблю клише журналистские. В свое время растиражировали невозможно много имя Лейсан Утяшевой, как ласковый и теплый дождик. То же самое могло бы получиться и с бенгальской тигрицей. Так называла Ирина Александровна Маргариту маму. Но здесь нельзя удержаться. Действительно, тигрица была на ковре. Великолепная. На кураже выполнено упражнение, правда? Так, да, вдохновенно, прекрасно. Прекрасно выполнила упражнение. Ай, девочки наши переживают за Маргариту, выдыхают бедные. 19,1 оценка. Ну, супер. Турнир имени Маргариты Мамун, можно сказать, да? Великолепно выступила девушка в Казани. И сейчас Ён Джи Сон. Включили музыку раньше времени, ошибка организаторов. Большая потеря на мастерстве. Мастерство не засчитывается, когда выполнено даже с минимальной ошибкой. Мастерство должно выполняться только безупречно, чтобы его засчитали судьи. Держала в лаву. В конце мастерство немножко не получилось. Ну вот тот элемент, когда вот девушка держит на голове булавы. Это такое упражнение или это полноценный элемент работы с предметом? Это была дорожка, выполнялась дорожка танцевальная, но из-за ошибки она также не засчитывается, как и мастерство. Если риск с дополнительным шагом или с неправильной траекторией все-таки могут засчитать судьи, просто убирают эти ошибки, несколько десятых могут убрать. Но риск засчитывается, то дорожку и мастерство нужно выполнять абсолютно чисто, чтобы судьи его засчитали. И у Инжи ошибка была на мастерстве в начале и на дорожке. Поэтому оценка не будет достаточно высокой. Пока лидирует у нас Маргарита Маму, а вслед за ней Ксения Мустафаева с оценкой 17,65. 17,1 для Ён Джи Сон. И Екатерина Галкина из Беларуси.
«Алегри», так называется эта музыкальная тема в исполнении певицы Леви. Красивое упражнение, без видимых ошибок. Единственное, прыжок был выполнен без технических движений булав. Задумана была передача, но Екатерина не справилась с этим, и судьи должны были это заметить, конечно. Вот как раз нам его показали. Лена Черкашина. Бронзовая олимпийская медалистка. Екатерине Галкиной предстоит еще один финал, так что ей сейчас расслабляться рано. Девочка выглядит усталой, мне кажется. 17-25. Результат Екатерины Галкиной из Белоруссии. Салома Пажава. Именно так произносится имя и фамилия этой девушки. Мне довелось беседовать с ней и с ее тренером, и я специально выясняла, как правильно произносить имя и фамилию. Отличный поворот. Справится Салома с этим упражнением. Два предыдущих финала ей не очень Прекрасное сочетание настроения, работы предмета и, конечно же, характер упражнения под национальную музыку. Элементы народного танца просматривались, причем интересно, мужского народного танца. Мы все хорошо знаем, как двигаются девушки в грузинском танце плавно, медленно, а здесь явные движения из мужского танца, но... Всегда получаешь удовольствие от таких выступлений, когда гимнастка так справляется со всем, что у нее написано в карте. Общая высота – золотая красота.
17,75. И на данный момент это второе место вслед за нашей гимнасткой Маргаритой Мамона. Сейчас мы увидим, как исполнит упражнение с булавами Саша Солдатова. Давайте пожелаем Саше удачи, чтобы все получилось. Все получилось задуманное у Саши, но стиль упражнения очень красивый. Мне кажется, Саша очень подходит он. И музыка, и настроение. Коронные Сашины элементы. Игривая концовка упражнения. Тройку лидеров Салома Пожалуй, с оценкой 17,75. Последняя участница этого финала Анетта Ривкин. Учитывая, какая многоопытная эта гимнастка, она, конечно, может повлиять на расстановку сил. Ну, посмотрим. Это выступление или ушла и ждет результатов окончательных. Так как в финале с лентой ее нет, я думаю, она уже будет смотреть соревнования.
ошибок выполнила на это свое упражнение. Посмотрим, повлияет ли ее выступление на пьедестал. Эту ловлю. Ну, она поймала. Возможно, у нее, конечно, было записано что-то еще, дополнительное вращение, но поймала она его, в принципе, без дополнительных шагов, дотянулась, и поэтому сейчас посмотрим, что судьи ей поставят. Напомню, Солома Пажа 18.75. Солому Пажаву, и в результате места распределятся следующим образом. Сейчас мы увидим графику. Мамон на первом месте, Солдатов на втором и Солома Пажава на третьем.